Последние звонки прозвенели сегодня сразу в нескольких школах республики. Один из праздников состоялся в Чебоксарской гимназии номер 5. Учителя проводили во взрослую жизнь свой 10-й выпуск. Золотистые эмблемы и бордовые жилеты. Гимназистов видно за версту. По традиции вчерашних школьников провожают в добрый путь десятиклассники. А эти розы как символ удачи в будущем. Это открытые, честные и недвуличные ребята. Если они могут радоваться, значит, они радуются. Если им плохо, значит, они искренне это выражают. Возможно, поэтому нам было нелегко с вами в этот период, но было очень интересно. Выпускникам этого года и всем выпускникам я хочу пожелать попутного ветра, чтобы всегда им сопутствовала удача. Сегодня последний звонок, а уже в понедельник первый госэкзамен. Даже на празднике ребята не забывают о том, что самая напряженная пора впереди. Настя планирует поступать в Московский строительный университет. Выбор помогли сделать любимые преподаватели. Я теперь знаю, чего именно я хочу и кем я буду. Это на самом деле очень приятно, но в то же время так грустно расставаться со школой. Ее одноклассник Дима – будущий медик. С выбором юноша определился еще в 5 классе, когда в школьной программе появилась биология. Рассматриваю медицинские вузы Самары, Новосибирска. Пока нет ощущения, что все, конец еще. Я думаю, 25 июня будет. Все эти годы ребята старались не только отлично учиться. Многие из них защитили не один авторский проект. Кто-то жил творчеством, снимая программы для гимназического телевидения. Кто-то защищал честь учебного заведения на всероссийских олимпиадах. Педагоги не сомневаются, какой бы путь ребята ни выбрали, им будет чем гордиться. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.